Пошла и вебка есть. Михаил Мищенко, не старей, гад, говорит, старей, что? Что? Не старей. Я еще такой щегол для своих лет. Знаешь, что меня радует, не самый глупый щегол. Не, как раз компьютерные игры очень помогают в этом плане. То есть ты отвлекаешься, ты все равно стараешься, у тебя мозг переключается, стараешься там что-то придумать, адаптироваться, мозги работают. То есть переключение на другой вид деятельности — это все-таки хорошая штука. Немножко по это самое походил, немножко поразговаривал, посозванивался, попел, поработал с документами, поиграл, все прекрасно. Вот. Ленин говорит: Миша, только приехал, ты тут как тут? Привет, привет. Привет, Сентинел, Ничкна. God Eater, каширский кот. Поставил сначала фыву, а потом поздоровался. У меня такое же бывает, тоже путаю иногда. Единственный момент, хотелось бы... Не хотелось бы. Сейчас только стоит мне закрыть дверь, так сразу коты попросятся на выход. Это закон подлости. Да, Бесса? Смотрит на меня сразу. Папка общается. Глазами так все меня закрывает, обнимает все, я тебя понимаю. Заходите, друзья. Начнем с Польски. Уже 3 человека здесь. SMF. IBCF. Привет, Джим. Салазар. Салазар, здравствуй. Привет. Как раз завтра будет по поводу стримфеста созвон. Мы уже были несколько с Михаилом. Завтра будет с Близами. Индея, конечно, не подписывал, но рассказывать пока ничего не буду. Учитывая, что с Салазаром мы последний раз общались именно на стримфесте, я как раз и вспомнил. Ты поставил 0 на метакритике? Не, ну, во-первых, у меня еще с головой все в порядке. То есть, во-первых, у меня есть ответственность перед зрителями. Я мог, конечно, хайпануть и сказать: о, вы смотрите, что происходит, давайте вместе поставим нули. Вот, но все-таки, видимо, это в силу возраста. У меня такой более системный подход. Мнение взвешенное, стараюсь не подходить эмоционально, тем более, что, возможно, мое мнение повлияет на мнение других людей. Поэтому, тем более, почитал некоторых товарищей, которые подключились к общему хайпу, какие там отзывы оставляют на метакритики, и вот это да, это пораженные, сплэшем задетые люди. Вот. Игра, на мой взгляд, недостойна ни нуля, ни единицы. Если вы возьмете игру в отрыве от обещаний, в отрыве от какого-то прошлого экспириенса и взаимоотношений фанатов с Близами, то здесь, ну, твердая семерка, просто твердая семерка. Потому что, ну, компания есть, сетевая игра, да, багует, конечно, но ничего страшного, это поправит. Вот, то есть тут нет, как бы это сказать, такого криминала на единицу. Но я понимаю, почему ставят единицу и нули. И 100 раз об этом говорил. Судя по всему, не могут к нам присоединиться. Может, снова SMF создаст? SMF создашь снова? Ну, я поддерживаю тех людей, в том числе, которые ставят нули. Потому что, ну... Тут речь идет не о качестве игры, а о взаимоотношениях игроков, точнее, фанатов серии с Близами. И учитывая то, что у нас инструментов не так много для обратной связи, вот мы пользуемся таким вот инструментом. Но я должен объяснять происходящее. 7 за то же самое, что и было в full price. Я же говорю, абстрагироваться от отношений. Вот выходит игра, выходит продукт, пожалуйста. Ну, может быть, я не это самое, в ней особо стоимостью. То есть она бы стоила 300 рублей, я бы ее купил. Она бы стоила 2000, я бы ее все равно купил. Не потому что я богатый, а потому что это Warcraft для меня. Вот и все. Ну и потому что, конечно, я не бедный. Не жалуюсь. У меня все хорошо. У меня есть коты. Есть где жить.
Есть что есть. Здравствуй, мастер Пепк. Войтек, здравствуй, Хертон. Если бы не купил, то подарили бы. Тропает из игры, говорит Reinforcement. Да, я вижу. Причем это странная, это какая-то штука. Странная штука. Потому что я создал такая же тема. СМФ создал такая же тема. Странно. Ареникус, здравствуй. Что-то третий человек никак не может присоединиться. Очень странно. Вот, я к тому, что... Я задумался так, на секунду. Реально, мне могли бы близы игру подарить, но в конце концов. Ёшки-матрёшки, ну как так-то, а? Нет, они не обязаны ни в коем случае. Но я думал, что наша любовь должна быть взаимной. А это обидно. Завтра пожалуюсь. За что тебе должны игру подарить? Ну, за то, что я хорошо к игре отношусь. Многие годы. Люблю ее. Покупал раз 7. Это взаимоотношения, понимаешь? Не должны, повторяюсь, не должны. Вот сразу написать. Я сказал одно, сразу такой камень. А чё читал должны-то, а? Вот, блин. Ледокол даже зашел, посмотрите. А чё это тебе должно? Безответная любовь, да. Так и живем. Блин, реально какие-то проблемы с присоединением. То есть такое все работает, говорит Ледокол. Но были вчера такие проблемы, что у кого-то не это самое. Ой, Спортфон, здравствуйте. А кто это там? Упырь какой-то. Чувствую. Что ты улыбаешься? Да, я тебе говорю. Last Missy из Аудов так и не появилась нигде. Старый Blizzard уже давно разбежался, но мы саму-то играют не очень-то нужно. А зачем делать было тогда? Зачем обещать? Они еще знают о существовании Good Game. Кто они? Они? Точно знают. Они знают больше, чем ты думаешь. Я предан игре примерно столько же, сколько и ты. Игру два раза покупал, но любовь вещь невзаимная. Цинично, но игра это тоже деньги для близов. Спасибо. Письмо, ты поменял мое мнение, просто диаметрально противоположное. Убедительно. Вот, кстати, Бир тоже зайти не может, а вчера он заходил нормально. Вот что, вот как? Ну, с горем пополам наберем, конечно, народ. Когда у Good Game обгонит Twitch, с ума сошел. У нас русскоязычный сайт, нам бы за СНГшную аудиторию по это самое. Но в этом году намечается. Активности много. Деньги уже всему голова, вот и сделал. Как это? Что? Ладно, давайте я создам. Нет, говорит, ведь на самом деле все очень фигово, боюсь, патчами дело не поправит. А что не поправит патчами, скажи, пожалуйста? Что все... Как... Что фигово? Я понял, что все. Что планы после Варика? Не знаю. У нас есть только один хвост, по сути. Ну, кроме Commandos и Готики. Это King's Bounty. Вот. Сейчас еще одна попытка. О, Арейнику зашел. А вот дальше... Все. О, Русбрей написано. Миша, у Варкрафтера бомбит, потому что Blizzard покусился на святое. Но ведь когда у Г2 вышел, то об ИВшниках говорили старые пердуны, не можете в новые. Так, еще раз, подождите. Русбрей какие-то сложные вещи пишет для понимания. У Варкрафтера бомбит, потому что Blizzard покусился на святое.
ВВшник говорит, ставить перед ним, может, нет. А, нет, не потому что по... Прикинь, вот выходит ремастер первого Старкрафта. Ремастер первого Старкрафта. И такой заходишь, а Battle.net не работает. Озвучка Рейнера какая-нибудь гейская. Вот. Если бы вы не побомбили, у вас Рейнер был бы геем. Ну, это... А, ну и то, что там FPS 30. В игре, которая там как бы на первом пенсиуме должна летать. Гипогриф, привет. Ну вот, собираемся потихонечку. Вот я был уверен, что Близзы не зафейлят с Рефоржем. Как раз проводя аналогию с ремастером Старкрафта. У вас там, вам повезло, у вас таких проблем там не было при старте. У вас работал Battle.net. С локализацией тоже не было проблем. С производительностью тоже. Да, выходит ремастер первого Старкрафта, Battle.net ни хера не работает. 2-2 ладера до сих пор нет, FPS 10. Что? Серьезно? Все лаунчеры за 20 лет не работают. Блин, ну я не знаю, я играл в ремастер, у меня все работало, не знаю, может у тебя компьютер слабый? А, ты на Маке играешь, ну все понятно с тобой. Извини, я забыл. Это как обещать белый Good Game и сделать синий. Никто не обещал белый Good Game. Более того, у нас был белый Good Game, а потом второй раз был белый Good Game. И даже проводили голосование, вам это не нужно. 100 рублей мне скинули на белый версию сайта. 100 рублей. Я бы взял нарисовать, но боюсь, не успею за такое время. Был еще розовый ГГ. БВшником не бомбил, потому что 10 лет назад все было приятно, когда другую игру назвали Старкрафтом. Добавить двоечку. И ну так-то объективно, второй-то Старкрафт покруче будет первого. Прекрасная компания, синематики отличные, три полноценных эддона, киберспортивная сцена расцвела. Контролить удобнее. Тупой механики меньше. Аля, прокликай 15 гейтов. Больше в голове остается для стратегий. Хорошая игра. Лучше, чем первая. У тебя в игре тоже курсор плавает? Не-не-не, у меня в игре все хорошо. Курсор, кстати, плавал еще в старой версии, к сожалению. Не знаю, с чем это было связано. Иногда это лечилось там дополнительные опции, типа запуск в режиме OpenGL или еще что-то. Блин, Torusbrain что-то вообще не троллится. Ладно, старый он скучный. Два слота все никак не можем занять. Как ваше... Нечего тут, гипогриф. Все нормально, я немножко подустал, поэтому... Поэтому... И нежить ставит такой. Заходит ставить нежить с порога. Разуйтесь. ПЛЗ. Все хорошо, гипогриф. Неделя вообще трындец будет насыщенная. Очень. Очень. В конце недели будет МКЛ, кстати, приходите. А, кстати. Подождите, у нас там же есть... Вы видели на тему на форуме с эскизами комнаты и с ачивочками? Там 5 комнат Савелий подготовит к МКЛ и с предметами, с виртуальными. Вот, если не видели, зайдите в тему на форуме, посмотрите. Там и текстовое описание, и... Вот. Последний слот. Современный. Ну, вы посмотрите. Это же шикарно просто. Там столько всяких мемных предметов. Блин, ливнул. Можно будет покупать пиксельные предметы? Нет. Да ёб. Вы издеваетесь?
они будут выдаваться за достижения. То есть там самые разные. Ну, почитай, в теме на форуме есть. Есть достижения, связанные там с финансовыми темами, естественно, но значительно больше не финансовых. Привет, Пашкин. Получить ФВС достижение. Мы поощряем пользователей за позитивные действия. Вот. То есть там набрать там, посмотреть столько там, создать интересную тему, набрать там плюсы к комментариям, там, не знаю, провести там какой-то стрим, организовать турнир и прочее, прочее. Action Priest, а как нам сейчас на старый-то поиграть? Какие-то явно проблемы новые с присоединением к игре. No kick plus. Да мы не кикаем, и тут игра сама вылетает. Мне кажется, она вылетает по тайм-ауту просто. То есть какое-то время ты бездействуешь, и все. Дейкин 998 говорит, получить ФВ 12 раз в течение года. Не, написать в течение правильно, хоть раз в жизни. Блин, Русбрейна там Алиса предупредила. Никто не будет ничего править глобально, костыль, чтобы заработала, да и только игра, которую сделали без обязательно, перетянул на сорт. А родился сын, 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 дедом, много ответственности, много детей старшего. Да. Ну и хрен с ним, да. Так, СМФ, еще плюс один остался. В течение 12 лет, где моя ачивка. Хорош. Ледокол говорит, что его просто разлогинило на ровном месте. ВБ говорит, а если ни одной ФВ за 10 лет, то же подозрительно? Нет. Ну, вообще, если ты не получал никаких предупреждений, значит, скорее всего, ты даже не активно не общался. Либо общался так стандартными фразами. Вот там Росбрейн только что в очередной раз отписался. В его простыне, там, в паре предложений больших, было одно слово, которое Алиса забраковала. Все, предупреждение, уже галочка поставлена. Говорят, близы приняли ошибку. Ошибку? Признали, видимо, ошибку. Кто говорит? Я не видел никаких официальных. Ну вот, на мой взгляд, два варианта есть. Первое, это, соответственно... Ну, они не взаимоисключаемые, в общем-то. Это такие шаги, которые надо бы сделать. Это... У кого там планшеты фейловые были, перегревались? Короче, выйти всем и извиниться, кто ответственный за вот эту вот тему. А второе, уволить кого-нибудь. Или чтобы человек ушел по собственному желанию. Ну, кто там в сроки хреновые выставил. Или кто зафейлил с разработкой. Но, скорее всего, проблема не с... А может, нескольких. Какая разница? Почему выкидывает-то, ё-моё? А, нормально заходил за кота, говорит лохматый. Ага. Читал, что малазийцы говорили по поводу своей работы? Да, да. Ну, они там ничего вроде нового не сказали. Аутсорсеры, они опытные аутсорсеры. О, гамовер зашел. Ready? Ну что, поехали. То есть можно ничего не чинить, а пару людей только уволить? Нет, имеется в виду, они уже должны чинить. Это уже, я имею в виду то, что случилось, исправить. Вот репутационные вещи. А по игре, я думаю, что по-хорошему они должны там уже мочить по 16 часов в день. Поехали. Поехали. Всем добрый вечер, друзья. Вчера были неплохие фуфашечки. Такие хорошие герои бы не были в последней. Но я не дожил. А если Blizzard молчанкой будет играть? Ну тогда доверие надо будет восстанавливать только качественными продуктами. Сейчас можно хотя бы как-то... А в молчанку... Ой... Я бы котика уволил. Ну просто, мне его лицо не нравится. Тем более его многие не любят.
Пусть где-нибудь в другом месте. Миллионы зарабатывает свои. О, отлично. Чего желает мой так, я хотел сначала сделать некрополь. Капец, да, какой классный билд. Вообще. Склоняюсь перед твоей волей. А потом склеп. Твоя воля исполнится. Проклятые ждут. Нужно приказ. Надо показательно уволить маркетолога, который сроки нужно назвал. Но если, конечно, виноват маркетолог, потому что вдруг такое происходит, что разработчики говорят, там, или ведущий разработчик, или там, не знаю, кто-то ответственный за разработку, мы управимся там к такому-то времени. И все, и после этого они получают аппрув маркетологи и на Близконе говорят, а, все будет к этому времени. Но мне почему-то кажется, что там была ситуация обратная. Я торопили именно разрабов. Да, повелитель. Вот. Скажи о графике. К графике привыкаешь, графика симпатичная. Модельки сделаны качественно. Вот, есть еще что править, с зигуратами есть что править, с багами по цветам, безусловно, где надо править. Где прольется моя кровь? Что такое? К чему ты не успел? Призыв завершен. Нет. Не испортится в микроволновочке. Все, теперь у меня будет Макдак. Жизнь занерзула. Из микроволновки. А вы говорите, Михаил там зажался. Иногда я читаю комментарии. Нужно построить зиккурат. Мы вообще не про деньги. Призыв завершен. И это плохо. Так, делаем грейд на Т2. Пам-па-па-па-па-па. Макдональдс. Макдак и не дождь, конечно, зажался. Ира заходила, дождь заворовала, кстати. Я этот запах узнаю. Красненький, остренький. Это с говядиной. И куриный зелененький. Призыв завершен, чего желает мой повелитель. Когда у нас в старом месте был офис, я же регулярно дошки за... У нас же все за еду работают. Вот ледоколы спросите, он, правда, не ответит, потому что в игре сейчас находится. Блин, мне кажется, что... Нет, нормально. Пятая гуля. Как раз под 50 лимит. Алтарь забыл. Нет, не забыл алтарь. Алтарь строится сейчас. Моя кровь? Нужно больше золота. Ты забыл. Я не забыл. Алтарь достроится к Т2. Ну ладно, хорошо, забыл. Блин, надо было алтарь зиккурат сделать. Фу ты, блин. Черт. Чего желает? Реально забыл. Повелитель. Давай, Акалит. Призыв завершен. Как тебе еще пульс Уандеда? Внезапно они... Я думал, что это что-то новое. Оказывается, они и были такие. Только поменьше. Где прольется моя кровь? Проклятые чего желает ждут мой повелитель. Твоя воля исполнится. Твоя воля. Твоя воля. Твоя воля. Твоя воля. Кладбище рано на 1-2, а Т2. Как-то у тебя все равно золото есть. Какая разница? Ты в лес упираешься по Т2. Что там еще строить? Хоть чтобы деньги на руках у тебя были? Мистер Лайт. Призыв завершен. Нет, ну с мистер Лайтом спорить, конечно, опасно. Он сейчас возьмет, поправит. Физи, ну что ж. Помощники, забаньте, пожалуйста, Физи. Он там сначала Алису испытывал, потом... Склоняюсь потом перед все. Волей. Всего хорошего, Физи. Рус, подчеркивание, Брайн поддержал ваш канал на 100 рублей ага. И сообщает. Конечно. Миша, да. Давай челлендж. Топ-1 Ладдера до конца года. О сумме челленджа давай договариваться, чтобы не обидно и не разорить. Да. Это хочешь заставить инвалида пробежать 100 метров за сколько там, 8 секунд? Ты... У меня вон главное здание красное. Чё ты от меня хочешь? Склоняюсь перед твоей волей. Да, повелитель. Да свершится желает мой повелитель. Будущее за нами. Мои глаза открыты. My eyes are open. Нужен мой топ-1 след. Ладера. Наши войска атакованы. Склоняюсь такое унижение твоей волей. И нужно больше золота.
Твоя воля исполнится. Берегись! Надо было пораньше еще нычку ставить. Мои глаза открыты. Ну ладно. Зато у нас сейчас будет обсидиан, второй герой. Нужно построить секура. А может и не будет. Нужен мой совет. От судьбы не уйдешь. Призыв завершен. А может и будет. Я помню будущее. Капец, что мне делает? Нужен мой совет. Жизнь. Ладно. Занерзуба. Мои глаза открыты. Второй герой. Я готов. Я это преклоняюсь. Он предвидел. Форсир Таурен. Рус, подчеркивание, Брейн поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Поддержал. Так ты задрочишь за год. Ты сначала челлендж возьмешь, а потом голову. Можно будет достойно на пенсию уйти. Достойно на пенсию. Рано ты меня на пенсию решил, вот это самое. Я покатаю в пашечке еще. Пострим Литурич. Короче. Да ё-моё, что это такое у нас тут? А нас тут рашат, друзья. Склоняюсь перед твоей волей. Я это предвидел. Опасно. Где прольется моя кровь? Ладно. Таурен есть, если что, какая разница. От судьбы склоняюсь. Нет, не надо так делать. Рус, подчеркивание, Брейн поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Так. Да ладно, чего ты засыл? Не мужик, что ли? Эмадга поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Михай, даю страту на изи-катку. Договариваешься с императором Зеткад, ставишь свою вебку на картинку от него. Я гифку могу поставить. На выхлопе изи-мани. Я помню будущее. Я могу гифку поставить. Не, боюсь, что гонорары императора не это самое. Спасибо. Не. Даже Росбрейну не. Не под силу выполнить. Вот. А по поводу не мужик, ну мама твоя не жаловалась, Кирилл. Я не знаю, чего там. Фига себе там. Жду приказания. Наши войска атакованы. А чё? Так и будет. Так, хорошо. Призыв завершен. Свершится предначертанное. Он сейчас будет крепить опять. Воистину. Поберегись. Близко. Пошли шутки за 300. Это же Росбрейн. Как иначе-то вообще? Шутки за 300. Так и будет. Так, давай попробуем. Не знаю, но чем пошли шутки, тем... Тем я смешнее, готов. Не знаю. Не могу объяснить. И Хелэш помолодел. Ну да, лучшие годы в Доте вспомнил, да? Так и будет. Я это предвидел. Жду приказаний. От судьбы не уйдешь. Надо пытаться. Призыв завершен. Ой, блин, он уже идет. Ну, короче, пытаемся вот эту штуку забрать. Я готов. Чем могу я это предвидел? Мои открытые казания. Да нифига себе. Исследование завершено. Я готов. Чем могу поверить? Это контроль это. Нет! Телепортируюсь. Я тут просто отвратительно. Я рейнджерку вообще не заметил в армии. Я это врага. Предвидел. Для начала. Склоняюсь перед твоей волей. На Торин дождаться. Проклятый. На Торина прокачать до третьего.
Судьбы не уйдет. Просто не увидел я рейнджерку. И рестор еще похерил просто на чистом, в чистом поле. Проклятые ждут приказа. Короче, нужно построить секунд. Мои глаза открыты. Твоя воля исполнится. Сейчас надо поскромнее. Где прольется моя кровь? Дождаемся ТЦ, забираем троллей. Доделываем там грейды какие-нибудь. Берем телепорт. Будущее. Раскачиваем базу. Кое-как. Чего желает мой повелитель? Проклятые ждут приказов. Я это предвижу. Так, берем арбу еще. От судьбы надо чинить свой топор. Жду приказаний. И ТЦ надо затаривать. Я это предвижу. Слушаюсь, вождь. Мои глаза открыты. Айс, могу быть полезен. Да ладно, поехали. Яга, призыв завершен. Беру телепорт. Выход из лимита. А нужен ли он? Щит молнии хорош. Нужен мой совет. Не нужен мне третий герой. Мне сейчас нужно именно Таурена раскачивать. Склоняюсь перед твоей волей. От судьбы чем уйдешь? Могу быть полезен. Мои глаза открыты. Непонятно, где его раскачивать, конечно. Мои глаза открыты. Я жажду служить. Да, повелитель. Второй грейд на атаку нужен. Ооо! Нифига себе. Да, он явно не по адресу. Я это предвидел. Чем могу быть болезнен? Склоняюсь перед твоей волей. Это уже получше, потому что 30 турен есть, 30 турен это второй стомп. Второй стомп это уже хороший контроль по земле. Призыв завершен. Твоя воля исполнится. Выманить, попробовать съесть. Съесть дракончиком. Мои глаза открыты. Воистину. А, там сзади опять этот. Я это предвидел. Я готов. Я помню будущее. Я помню будущее. Скрифайшл нужен. Я жажду служить. Я это предвидел. Да. Я это предвидел. Передать еще Lightning Shield форсиру, чтобы он станул на ТЦ. Я помню будущее. Так, завершён. Мои глаза открыты. Нужен мой совет. Лим. Я помню будущее. Нужен мой совет. Нужен мой совет. Так, я немножко тут туплю. Да, подошел. Что? Что?
Хорошо. Я стащил фолиант, который дал мне 5 уровень. И как следствие... Да, ты что, серьезно? Вообще не вижу, что происходит. Крипл, не знаю, вот так крипл, наверное. Я могу быть полезен. Поберегись. Будет исполнен судьбы не уйдешь. Да, тут что-то много всего. О, ледокол. А, телепортируемся. Ледокол нельзя убивать, а то он мне еще стрим дропнет. Я готов. От судьбы не уйдешь. Так, давайте фростверма закажем. Пойдем уже убивать соседа. Вот сейчас уже можно заказать третьего героя. Вписывается оно все. Так, обсидианку назад. От судьбы не проклятые ждут приказов. Ждем верма. Ждем третьего героя. Нужен мой совет. Забей на Lightning Shield, все равно ты не контролишь, ни хрена не умеешь. Взять гулей с собой. Потому приказ. Что лес они уже надобывали на какое-то время чего вперед. Желает мой повелитель. Нифига себе, как уверенно от пошел в атаку. Просто пошел акалитами сначала. А, там как раз этот, я понял. Исполню с радостью. Я помню смело. Будущее. Очень я смело. Где прольется моя кровь? Зачем не уйдешь, болезен? Чего желает мой жертв? О, панда! Мои глаза открыты. Нужен мой совет. Я готов. Где прольется моя кровь? Есть вирм, есть гульки. А, ты будешь еще в атаку идти? Нет, это ледоколыч. Блин, ну как так? Я это предвидел. Ледоколыч с фаерлордом, это ж трындец, как страшно. Не совершай ошибку, проходи мимо. Проходи мимо, не надо. Не, ну, ну, Ильдар, ну, ёпарасы ты. Lightning Shield кинул, нифига себе. Так, спокойно, Миша. Ты реально в атаку пойдёт сейчас? Жду приказа. Поехали, работаем. Никто. Ты что, что делаешь-то? Лёд, ну не надо, не надо. Ещё не поздно. Хотел на этом. Блин, хороший сайленс. Кастует уже раз за разом. К сожалению, все. Развал с хождением. Отводим. Да как? А почему? Как панда умудрилась сдохнуть? Вообще после того, как он ливнул еще при этом. Что? Я что, атаковал по своей панде? Да нет. Да нет. Да. Нет. Нужен мой совет. Я готов. Исследование завершилось. Полбитвы панду Гарги. Я думаю, что так просаживается по здоровью? Думаю, нифига себе. Вот это встрял. Короче, здесь не нужно никого бить. Просто делаем макалитов. Чего желает мой ставим повелитель. Одну базу, ставим вторую базу. Твоя воля. Ждем панду, а потом идем доедать вот этого козла и рабочего. Я помню будущее. А ты бы взял себе, не знаю, свиток лечения. Я это предвидел. Аура козла нет. Все ауры перестают действовать после того, как человек... Ну, то есть они... Не перестают. Я был уверен, что аура не работает. Подождите, может это бутафория? Подождите, я проверю. Что? Мне кажется, не должна вообще аура работать. Я помню будущее. Так же, как и шипы после того, как человек ливает. Я готов. Сейчас проверим. За
За наши. Не, не работает она. Анимация есть. Мне кажется, что раньше и анимации-то не было. Ну, то есть, вот, все, человек вышел. До свидания. Еще подлой. Еще подлой. Ой, а тут кто-то бегает. Где брать? Опять ледокол что-то. Ну ё-моё, ну. Ладно, поехали. Видит Бог, я не хотел. Жизнь занерзула. Жажда не замучила. Видит Бог, я не хотел. Я жажду служить. Надо убрать Таурена отсюда. Панду качать продолжим. Так, и рабочих надо заказать. Раз, два, три, четыре сюда. Призыв. Раз, два, три, четыре сюда. И наверху была куча просто рабочих. Куда тоже я не стал бы ни Таурианом, ни кем идти. А Таурианом бы сбил, кстати, попробовал затариться. Я служить. От судьбы не уйдет. Не замучила. Дайте-ка я дистра подниму. Назревают проблемы. Проблемы? И глаза открыли. Проклятые ждут приказов. Черт, я по лимиту не помещусь по рабочим. Зани. А почему? У меня вроде второй верм, что ли, должен быть, или как? Нужен мой. Ой. Ой. Превосход. Блин, как же хочется. Как хотелось взять, то, взять корону, блин. Но корона. Нужен мой. Да, верм все-таки был у меня. Я этот предвидел. Ладно, панда четвертая. А Таурена есть апгрейд. Нужен мой совет. Точнее, реинкарнация. Будет исполнено. Что там? Взяли уже. А, давай пока себе маску эту штуку возьму. Давайте ледокол еще присанем сейчас, а то. Он же опасен. Он же будет бегать и бегать, и бегать, и бегать. От судьбы не уйдешь. Я это предвидел. Ну давайте мы попробуем закрыть этот вопрос. Ботинки нужно будет еще. Предвидел. Нифига себе, он будет. Превосход. Так, давай-ка, эти. ГГ, ГГ. Ледоколу напишу, ГГ. Опять же, панду нужно тут. Подкрепить. Ладно, Тауреном. Форсиром сбегаю. Попробую найти еще предметы хорошие. Где прольется? Еще в центре желательно кровь. Поставить бы. Бы базу. Че все тут? Так и будет. Бегают. Маска смерти. Ну ерунда какая-то. Я разрываю. От судьбы не уйдешь. Просто ерунда. Продается. Мне шедро нужно взять. Мой совет. Я жажду служить. Я помню. И верма одного убить. От судьбы. А, не потому что сейчас рабочих нужно дозаказывать. Шредер брать, это все сверх лимита. Мне некуда это. Вот, жизнь прикольно, стоит рабочий. Мои глаза открыты. Так, что панда? Не пятая панда. Не пятая. Есть кого поубивать еще? Пара-тройка гулей есть. Нужен да и только. Мой совет. Кто-то заходил сюда, красную точку. Я помню будущее. Давай сакрифайшл пит еще сделаем. Да ты сюда ставь так. Ты жди. Ладно, панду на магазин. Всех остальных в центр. Мне необходимо купить... О, рестор, хорошо.
Это уже... Опачки! Я это а у нас тут видел. Еще один интересный клиент. Это ой, ну ясно, кровь. Боди, ну что ты делаешь? Танки бегают. Я это предвидел. Я это очень интересный клиент. Слушаюсь, вот это вот. Вождь. Вождь. Ну, блин, меня отвлекает. Я нет, нормально. Это предвидел. Исследование завершено. Банда Стоурену против этого просто разрывает. Успел сдать. Не знаю, какое количество свитков там нужно склоняюсь перед приобрести, чтобы да, повелитель. Не было проблемы. Исполню с радостью, чего желает. Но очень много. Я буду твоими глазами. Я буду твоими глазами. Я помню будущее. Он Боди тоже. С танчиками своими. Жажда не забудь. СМФ подходит. Слушай, ты уверен? Слушай. Да, он уверен. Как Таурен-то живет вообще? Таурен просто... У него... Он в определенный момент просто перестал его бить, ну, потому что понимал, видимо, что если он сейчас его убьет, то да, Таурен резуракнется с полным запасом. И, видимо, такой, нет, пожалуй, пожалуй, не стоит. Исследование завершено. Ай-яй-яй-яй, там еще эльфы летают. Где ненавижу эльфов. Моя кровь? Ну, в такой ситуации, возможно, даже лучше Таурена своего замочить, чем... Хотя, нормально а все будет, не кипишуй. Проблема? Завершен. Что мне нужно? Призыв аккуратненько завершен. Укрепиться на центральных базах. Ты аккуратненько защитить мейн. Добавить производство. Я прям серьезно добавить производство. На этой стадии да должно быть все значительно лучшим. Нам нужно больше призыв завершен. Не хватает. Серьезно, еще один. А, это тот же. Там можно было убить, если бы я нормально закинул. Призыв. Панда опять же была на магазине, в который раз она пыталась купить себе. Улучшение завершено. Не дай себе засохнуть. Чем могу помочь? Давай так. Я это предвидел. Зиггураты красные становятся, пока ты оператор не переключишь несколько раз. Нужен мой совет. Строишь, строишь, оно все где не твоего цвета. Моя кровь? Да, но самое опасное пока это танки, но учитывая пятую панду и в перспективе высокого уровня Таурена, это вообще не проблема. Нужен мой совет. Наш рудник почти истощился. Поэтому я потусю в центре. Нужен мой совет. Буду призыв ждать завершен. Артефактов. Жажда. Призыв завершен. Я жажду служить. Призыв завершен. Это уже больше похоже на правду. Призыв завершен. Производство есть. Не хватает жизнь только завязула. Еще пара-тройки. Я помню будущее. Как Слотерхаусов называется? Руны браслеты можно взять. Не уйдешь. Форсиры могут бить. Призыв завершен. Призыв завершен. В целом. Призыв завершен. Чего неплохая. Желает мой повелитель? Это для добычи делаем. Тут раз. Да и тут можно тоже сделать. Призыв где завершен. Где моя кровь? Приоритет на нерубке в плане выше. Опять же из-за танков. Завершаюсь перед твоей волей. Почему-то я не сделал акалитов еще. От кого отказывается? От Гарк, наверное? Или от Верма все-таки? Призыв завершен. Зачем мне Вирм? Контроль не нужен. Винные пары, стомп. Землю убивать незачем. Чисто Гарги, поехали. Да экономика нужна. Я жажду служить. Нужен мой совет. Пока еще она нужна. Завершена.
от судьбы. Поэтому поставлю варды. Вообще шейдой, конечно, нужно бегать завершено. И проверять там, что как. На мейне бы тоже сделать. Несколько сигурат. Рудник почти истощился. Вводит 4-3-2. Вообще ни о чем. От судьбы не уйдешь. Герои, по крайней мере. Не дай себя засунуть. Не так. Где прольется моя кровь? Улучшение завершено. Нужен мой... Я бы вписался, на самом деле, сюда. Не сразу, друзья. Вот сейчас. Ну, потому что экспа. Много экспы. Вот в этой ситуации помог бы Верм. Призыв завершён. Заканчивается мейн, мы переходим к Эльдару. К Ледоколычу. Очень громко варкап. Призыв завершён. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так лучше? Вот от дестройера можно было бы избавиться. Так, фиолетовый боди, фиолетовый. Почти заканчивается. Может, это прессанем. Эту базу. Ё-моё, а там и так воюют. Призыв. Не, вообще у меня ситуация такая, что нужно сидеть тише воды ниже травы. Но, с другой стороны, у меня же есть еще герои классные. И с ними хотелось бы... Их хотелось бы... Я жажду служить. Прокачивать. Да служит мой совет. Вот, например, Хуман есть. Ё-моё! Это тот самый Хуман, который... Ты издеваешься. Нужен мой совет. Прикиньте. Палец в рот не клади. Чего очень наглый Хуман. Улучшение завершено. Да свершится предначертанное. Так, вы сюда? Улучшение завершено. Вы сюда. Да, я понял. О, он будет еще атаковать, сражаться. Серьезно? Чем непонятно, ну ладно. Склоняюсь перед... Не, ну я не хочу ему эту базу, естественно, давать. Гели, что ли? Не дай себе на наших предков. Где-то Урента. Блин. Абы как, абы как. Дискотеку устраиваем. Дамага никакого, но это психологическая атака. Есть проблемы с рифлами, я вижу. Большие. А, форсира там, оказывается, бьют. Что будем делать? А, даем форсиры. Мог не отдавать. Но в остальном прекрасная маркиза. Все очень хорошо. Мы... Может, даже хорошо, что форсир умер, потому что мы не отдали экспы много. Чего желает мой повелитель? Наши войска атакованы. Наши войска истощены. Я жажду служить. Исполню с радостью. Подлечили. Где прольется? Слушайте, а может я погорячился с отказом от... Ну, видите, сейчас шахты все вокруг заканчиваются, остаются только те шахты, которые в центре находятся. То есть дальше до 80 можно спокойно за... Вот я не знаю, кто здесь кто. Вот тут, оказывается, все акалиты мои. Где прольется моя кровь? Половина была красных, половина синих, половина черных. Шреддер, да, дособирал. Да можно добить, конечно, попытаться. Но я бы взял паузу и побежал бы в центр, потому что время прошло какое-то. Не надо проверить, ну, что там.
А здесь, чего конечно же, нужны всякие магазины. Да свершится предначертанное здесь. И защита нормальная. Да, что по центру? Когти плюс 6. Можно взять Restoration. Наших будет в целом тут ничего ценного. Я жажду служить. Ну, накалит в вагон. Да, повелитель. Улучшение завершено. Наши войска атакованы. Нашу базу напали. Ё-моё. Я помню. Не, он не будет сдаваться явно. А ну-ка. Я помню будущее. Наши войска атакованы. Мои глаза открыть. Чего желает мой повелитель? Я сдаю рабочих. Мне не обязательно убивать этого на вышке ломиться, потому что... Призыв завершен. Призыв завершен. Завершен. Будет исполнено. Вот так вот подрезать героев можно. Меня очень смущает Боди здесь. Воу! От судьбы не уйдешь. Но уже и мой совершен. Почему я в вины парой не кинул? Кто бы знал. А, кинул. Достал все-таки. Возможно, у него центральной базы просто нет. И он такой, а делать нечего, пойду отдамся. Так что по калитам? Лишний. Давай сразу ставить еще одну базу. А что делать? Что еще? Какие варианты? Панди пропить ману. Я помню будущее. От судьбы не уйдешь. Я даже не знаю, что мои делать. Глаза открыты. Наши войска атакованы. Ёперсеты. От судьбы не уйдешь. А Боди-то решил. Я помню будущее. Вот так пойти. А нычку поставил при этом? Мой совет. Тяжелая ситуация, прямо скажем. Ну тут с тремя героями он просто не может справиться из-за. Мои глаза открыты. От судьбы не уйдешь. Войска атакованы. Ай. Жажда не замучила. Нужен мой совет. Какие герои халявные. Здесь что у нас? Мой повелитель. Мои глаза. Здесь бегает. И вообще нормально. Там внизу еще андед, конечно, есть. Проблемный будет очень. Может быть. Эльф вроде, да? Эльф же самое главное. Эльф. Но... Мои глаза открыты. Большой инву. Форсир возьму. Рестор. Дождемся здесь достраивания нычки. Поставим зигуратов, сделаем. Да все вообще шикарно. Это только тиминг может помочь. Боди, СМФ, гамовер. Понятно. Склоняюсь перед твоей волей. Я жажду служить. Но в такой ситуации, конечно, хочется прийти его добить. Мои глаза. Призыв завершен. Жизнь занерзула. Твоя воля исполнена. Завершен. Да, повелитель. Мой совет. От судьбы не уйдешь. Я помню будущее.
Ладно, вот рудник истощен. Все равно калитов надо. А туда я стрепортироваться, если что, смогу. Склоняюсь перед твоей волей. Очень нагло играю. Так что поострее было. ГГ пишет. ГГ. Призыв завершен. Призыв завершен. Исполню с радостью. Призыв завершен. 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 Так, 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 так. Завершен. Призыв так, так, завершен. Так, призыв завершен. Призыв завершен. Жен мой совет. Возвращаемся в центр. Сейчас ключевое сдать от акалитов. Завершен. Закупаться призыв по завершен. Ну, постоянно в центре. И отбиваться на трех базах всем. Я помню будущее. Ничего сложного нет. Только может быть тиминг. Но там все равно вероятность не очень высокая, потому что их мало тут осталось. Беру корону. Черт его знает как. Да, форсирую пока что, чтобы не сдыхал так быстро. Хотя полезней, конечно же, именно панзи. Она лучше тратит ману. И она милишная, ей надо танковать. Чаще вперед вырывается. Мои глаза открыты. Я жажду служить. Все, дальше у нас освободится еще 5 рабочих. Склоняюсь отсюда. Склоняюсь перед твоей волей. Этих 4 мы сдадим. Да воцарится смерть. И чистых гарг будем делать. Дистра имеет смысл мои оставить, потому что если мы с эльфом будем играть, то нужно снимать, стараться. Жажда не замучила. Мои глаза. Сейчас, подождите, я возьму свиток еще один лечение. Развивают проблемы. Я помню. Блин, Таурен без ботинок все еще. Я думаю, почему панда бегает быстрее, чем ТЦ? Нужен мой совет. А там ботинок просто проблемы? Нет. Тупо. От судьбы не уйдешь. Это нормально, это просто мы сдаем лимит, не нужен. Мой совет. Заказываем гарк. Ага, гамовер. Давайте пойдем убивать просто людей, потому что нужен сейчас опыт в том числе. Я помню будущее. Ну, конечно, да. На нашу базу напали. От судьбы не уйдешь. Угу. Так и будет. Ну, здесь Earthquake. Я Earthquake. Это предвидел. Мои глаза открыты. От судьбы не уйдешь. Наши войска атакованы. Так, вышки минус частично, да? От судьбы не уйдешь. Я помню. А, я на мейн, наверное, пройду. Будущее. Зачем мне с вышками с этими сражаться? Он же со Шедром наш может сражаться. Почти истощился. Будет исполнено. Форсира убиваем. 9-й ТЦ. И довольно большое количество опыта мы при этом с вами собрали, да? Дальше откатился Earthquake. Надо сразу же убивать алтарь. Желательно. Базы защищены. Приходится переключать постоянно, чтобы. Ай. Ай. Я глупости сделал. Очередную. Ладно, нормально. Потери были не очень серьезные, только по гаргам и одну обсидианку потратили.
Разводить ему сложновато с такими героями. Рифл? Что? Рифленый вышел. Повоевать. Так. Ну что, освободим еще сейчас 5 лимита. Прибегает ТЦ, там все занято. Вот с гаргами очень долго сносить это все безобразие. Наш рудник истощен. Жизнь занята. Исправляем Акалит сюда. Ладно, давай, по крайней мере, еще гарг на освободившийся лимит построим. Понятно. СМФ пишет ГГ. За наших предков. Вещь опадной будет исполнена. За наших предков. Нужен мой совет. Да, вот такой вот он. От судьбы не уйдешь. Не дай себя зашел. Нужен мой совет. Исполнена. Сдаем еще рабочих. Ай. В лимит помещается обсидианка. Еще одна, правда. Ну ладно, пусть будет три. Их вечно не хватает. Он пытается достроить то ли хавков, то ли грифонов. Не знаю. Да, он разводить сейчас пытается с танками. Станком. Я заказываю рабочих. Нужен мой совет. Я помню, эти как долго он убивает. Льется моя кровь. Гарги убивают как долго. Здание. Ой, надо бы еще в центр сходить. Там очень хорошая гамма-вера. Герой 8 уровня есть один, по крайней мере. Жизнь замерзула. И он тоже ходит, закупается. Гиппогрифов вижу. 7 Димка. О-о-о. И он собирается атаковать. Черт, у меня маны у панды нет. Сейчас еще закажу немножечко склепов. Да, повелитель. Назревают проблемы. Свитков не хватает. Тауриану беру свиток лечения 1, панде беру свиток лечения 2. Назревают проблемы. Еще по одной. Я это привел. Так, что там по факту? Гиппосов миллион. Будущее. Вот так и должно быть. У меня дистра нет. Я не могу его сделать. От судьбы не уйдешь. Я это предвидел. Надо бы еще поймать паладиновскую какую-нибудь ауру в центре. Я это предвидел. Но, к сожалению, не продают. Судьбы не уйдет. Блин, я курсор не вижу. Ой, там вообще в салат должно быть. Ну, что винные пары он поймал. А еще что не убьем? Нормально. Ну не очень, но. Да, нормально. От судьбы не уйдешь. Давай-ка расквейк здесь сразу запускаем.
Не дай себя засохнуть. Надо быстро же подышит. Слушай, мой свет. Назреваем проблемы? Превосход, мой свет. Еще подной. Там сверху. Жажда не замучила. Как? А, там закончился Earthquake. Ха. Прикольно. Закончился Earthquake. Я рассчитывал, что панда сейчас нанесет удар. Там тик Earthquake, и я сдуваю рабочих. Десятый Таурен. Ну, халявные герои, на самом деле. Таурен плюс панда, это... Я жажду служить. Это уже все. Где прольется моя кровь? Я это предвидел. Не дай себе за судьбы не уйдешь. Ай. Еще по одной. Да, давай 100 лимита, давай. Наши войска атакованы. О, это залет. Я жажду служить. Я это видели, что предвидел. Я помню будущее. Наши войска атакованы. Жажда не замучила. Такие про. Панда девятый? Нет, немножко не хватило. Ману восстановим, гарг достраиваем. ГГ. Ну, ГГ. Нужен мой совет. Я это предвидел. Гамовер, скорее всего, отстраивает лимит. У него какое-то время работала центральная база. О, у него уже 100 лимитов. Миллион химер, между прочим. От судьбы не уйдешь. Я это, а нет, это третья. Это третья. А это первая. От судьбы не уйдешь. Жажда не замучила? Давай попробуем повыводить его, чего уж тут. Еще по одной. Панда есть, инвула есть, почему бы и нет. Ну, давай попробуем. Не, не хочет. МПЛ. С радостью. Он не хочет, чтобы я его разводил. Давай попробуем. Запишу на твой. Да, мы на Берны по 150. Это больно. Эй! Я это предвидел. Наши войска атакованы. Так, друзья, акалитов отдавать нельзя. Они ни в чем не виноваты, они просто выполняли приказы. Я это предвидел. А, я гарк не подвел. Красавчик. Правда, без разницы получается. Падает форсир, к сожалению. Падает Таурен. Панда ультует. Что жук наглеет, да? ГГ. Герой хороший, просто очень хороший герой. Когда появляется Таурен, это... А с пандой, это вообще... Таурен контрит землю почти любую. Ему сложно найти равных по земле. А панда нейтрализует вот весь этот анти-эйр. Ух. Димич, привет. Друзья, всем добрый вечер. Сегодня позднее началась, к сожалению, трансляция. Я только в 9 часов освободился. Создаем... Хотел создать мини-рагнарок. Undefined, undefined. Не получилось. Да, давайте мини-рагнарок попробуем создать.
Отсутствие прохождения миссии за нежить. Да. Да, да, я залил. Надо мне аспиранту написать, чтобы он выложил не то, что. А, Гамовер говорит, что он играл из классики. То есть точно работает совместимость. Хорошо. Хорошо. МК первый зам Таурены. Так там дело не в уроне, который он наносит, а именно в контроле земли. То есть Клэп, он, конечно, сильно дебафает. Но Стомп, на мой взгляд, лучше. По крайней мере, против вражеских героев. Ты лишаешь их возможности действовать. Они не прожимают свои скиллы, у них есть... Ну, нет возможности, например, прожать инвул в определенный момент. Турен опасней. МК лучше разваливает лоха, ну, низко... Юниты с небольшим количеством здоровья, безусловно. Там Соколик еще. Ой, Соколик. Соколик! Бобрик! Соколик! Привет. А кто топ-2 по аналогии с Туреном? Мне кажется, даже Жук лучше в этом плане. То есть он так же плохо убиваемый, как и Турен. И у него, в общем-то, при правильных... действиях, ну, более-менее массовый стан. То есть также можно на телепорте людей ловить, делать импейл. Он, кажется, по времени только на 1 секунду на 3-м левеле меньше оглушает. Все-таки жук, а не МК. Ледокол говорит, неудобно снова-то играть. Ледоколыч, ну зачем ты нападал-то? Ну, ё-моё. Ну, я же... Я... Ну, ладно. Ничего, приедет Ледоколыч, вернется домой и будет с консоли играть. Соколик догорел от PUBG. А я PUBG как удалил, так и не играл. Интересно, сколько продержусь еще. Заходите, друзья. Половина мест еще свободных. Всего 11 человек зашло из 24. Почти половина. Очень интересно никнеймы. На телефоне, небось, PUBG Mobile играешь? Нет, нет. У меня такой телефон базовый, что там игрушки... Я вот когда к Соколу ехал, установил себе этот Fallout-овскую игру. Ну, там, Vault. Не помню, как называется точно. И все. Она такая затягивающая. Вот, и у меня телефон вылетал просто где-то с середины игры, потому что не тянул. Я купил не для игр. Понимаете? Какой PUBG Mobile? Как-то яркость просела. Что происходит? Что это? Такое впечатление, что кот походил по телефону. То есть такое бывает. Приходишь с утреца, садишься за комп, у тебя там открыт калькулятор, там написано 32 миллиона. Альтабаешься, у тебя открыт скайп, попытался кому-то сообщение отправить. Естественно, переключена это самое цвет на клавиатуре, потому что мы же обязательно заденем кнопку переключения цветов. Вот. Да хватит, да что ж ты, я что-то выключил тебе, все. То же самое. То же самое. Видел видео, Варик на движке Diablo, ничего так, не видел. Да, Fallout Shelter. Угу. Да. Или не соберем мы 24 человека. Да соберем. Раз-два присоединился к 14-м. Кстати, 40-60 FPS на ноуте VAR выдает с новой графикой. Все на минималке. А что за ноут? А, у тебя там... Я помню, что за ноут.
только не помню, какая у тебя там видяха. 150MX? Или что там? Стоит. Да, минималки, говорит. 940MX. Угу. Ой, сейчас AMD-шные будут первые ноуты выходить. Где-то в марте, в апреле я, скорее всего, наконец-то возьму себе ноут. Засматриваюсь на эти процы новые, которые 4800U, что ли, или A4800. Ну, который... Там прям все хорошо будет. Расскажи, какой подсветкой ты пользуешься. На клаве новую себе купил, никак не мог выбрать цвет. Сейчас стоит красная, но это Беса переключил. Вообще синяя, конечно. Какой сайт, такой этот. Такая и клава. Honor. Кажется, да. Я не помню. Так, трехтысячники уже 100 лет. Да это понятно, там четырехтысячники, я про них говорю. Пам-пам. Вчера новость была о том, что в бенчмарке одном засветился i9. А скоро сделайте белую клаву. Сейчас, подожди, специально для тебя. А, у меня нет белой. А, есть белая клава. Готово. Ты не поверишь, вот она, белая клава. Оп. Снова синяя. Лапс, да нет, ютубчик должен быть. Обманываешь? Должен быть ютубчик. Не соберем, говорит, так. А что у нас там на 16, кроме Теренаса? Есть несколько карт, вроде бы. Тоже поглядываю на Honor. У них даже акция вроде на Риф в феврале, что можно будет вернуть на течение месяца без объяснения причин. Так, 15. А 14. Что ж такое? Либо шума жене, либо праца. Да, зашел еще бир. Друзья, ну активнее. Неужели у вас нет Warcraft? Заходите, поиграем. Осталось 10 слотов. 10. Девесит говорит, 25 гигов осталось. Подождите, ждем. Делайн, нет. Сири фаундили. Да нет, скорее всего, просто либо выкидывает, либо разочаровались. Лапс говорит, я обновляю. С таким заполнением есть шанс взять Владыри топ-1? Нет, пока есть император, топ-1 не взять. Блин, кто-то ливнул опять. А, и говорят, все еще ладера нет. Ха! Какой интересный товарищ в лобби, говорит Поппи. Ну вот, с такими никнеймами обычно сливаются в первую очередь. То есть, вот. Самое интересное, что при отсутствии рефоржа после удаления не дает напрямую... Ну ладно, не про... Это вообще лишь там два латра. Сука. Блин, я ненавижу Росбрейна. Он как этот, как искуситель. Топ-2 ладера.
Я помню в молодость с шоком забился в топ-20 попасть. Там, конечно, конкуренция была дикая. И мой лучший результат был типа топ-5 ладдера европейского. Это в лучшие годы. Ищу. Нет, нет. Вот, подтягивает, смотрите, уже 16-й, 17-й. Верхак, вупер. Там скорее, Росбрейн, если браться, то нужно придумать какую-то прогрессивную тему. То есть вот, если ты входишь как там нейтрон в там топ-20 или какой у нее там был челлендж, ты получаешь там 50 баксов. Если хоть занимаешь 19 место, ну, какую-нибудь такую тему, потому что, блин, топ-2, ну вот представь сейчас, не знаю, мега активизируется, у нас там Фогич, Хавк, Соник, не знаю, и все, и на голову на две начнут играть лучшим, и все, и куда я старый за ними. А так-то Бладер надо покатать, согласен. Топ-20 за 3 месяца? Это вполне реально. Вполне. Я думаю, что мне где-то нужно пару недель для того, чтобы начать кликать стабильно 200. Месяц, чтобы параллельно разобраться в мете и определить стратегии. И последние пару месяцев просто заниматься тем, что оттачивать эти страты и, ну, просто вот играть их, играть, играть. Такие уже старые, какие пару недель. Ну, опять же, извините, что повторяюсь, но твоя мама не говорила, что я старый. Ё-моё. Фростпанк одолел или и ладдер одолеешь? Одолею. Нет. Привет, Джоки. Вот видео Варика на Unreal движке. Да я видел, зачем? Она тебя жалела, говорит. Может быть. Бананчик, ну что ж, ты недавно пришел, видимо, на трансляцию. Я же говорю, уже повторяюсь сегодня второй раз. Миш, ты же видел игры, видел стратки, начинаешь трениться, надо только механически потянуть тебе ПМ-300, просто полгода, 18 часов варик, и все, топ-2 голда. Так не нужно топ-2 голда. Топ-10 косарь, топ-9-2, топ-8-3, топ-7-4, топ-1-20. Ты в долларах, надеюсь, говоришь? То я умру за 20к. Ну вообще, топ-10 косарь — это уже неплохо. Это уже можно задуматься. 10 тысяч долларов. Это сколько в белорусских рублях? А, уже мало. Надо подумать. Я думал, ты молод, а тут кому за 40? Молодец. Хорошо, Кирилл. Я перевариваю. Сроки определишь? Вообще, может, лучше эти средства пустим на что-нибудь более полезное. Там турнирчики. Смотри, там Ages of Empire пошли турниры. Совместную акцию там хотели сделать. А то какого черта бобра кормить? Зачем его кормить? До конца 2020 года? Хм. Эти тренировать будут, говорит Сокол. Сейчас посмотрим, кто кого тренирует. Ты ФФ-шку сначала хоть раз выиграй. Тренировать он будет. Хотя фашечка нереально выиграет, потому что как только меня убивают, все сразу ливают. Зачем написал дальше топ-6? Да-да-да. Фонды челленджера, разные расходы. Понятно. Слушайте, а может реально собрать это самое? Сделаем какую-нибудь рубрику «Эволюция бобра», опять только не в Старкрафте, а в Варкрафте. Средства вот эти вот можно использовать как типа пиар, типа... Стример пытается там выиграть. О, если... О, 20 тысяч долларов может получить. О. Чемпион Германии там на немецком. Ябой! Будет тренировать. Подтянем качка пуха. Вот. И все. Сделаем это все с каким-нибудь огоньком. Слэш обучением.
сделаем клан ГГ, будем всех рубить. Да-да-да, я буду шаманом. Черт. Как в старые добрые времена. Так, ну что, 4 слота. 3 слота. Отлично. 2 слота. Вот. Путь от клешни до помощника императора. Ну, слишком большое название. Нужно ёмче. Речно говорит, челлендж или no balls. Слушай, ну твой... Ладно. Ладер будешь качать? Катать, спрашивает Панкербэг. Не знаю, как твой никнейм, к сожалению, читать. Не знаю еще. Был бы челлендж. Привет из Беларуси, что ли? Нет. Нет, но был несколько раз. Правда, только в Минске. Но... Обычно такие вопросы задают товарищи, которые в Беларуси. И самое время сказать, что те люди, с которыми я общался в Беларуси, очень приветливые, добрые, общительные. Вот. Привет вам большой. А в Пасо был, там реки встречаются? Нет, там точно не был. В Вюрцбурге был, в Мюнхене был, в Кёльне был. Все, больше нигде не был. Привет, квеста. Название челленджа — я становлюсь королем. Краболем. Краболем. Название типа на ютубе заходит шок, бобер разверел и удивил опытного соперника козырной страты. Угу. Да, столько можно будет покреативить по названиям. Последний слот. Мы таки дождались. Еее. Ready? Надеюсь, все готовы, друзья. Стрим, пожалуйста, off. Один ливнул. То есть уже решено осталось название придумать? Нет. Вообще, на самом деле, сейчас я... немножко подразгружусь эту неделю. И будет виднее, потому что сейчас навалилось. Прям навалилось. И начало месяца, и заявки, и ЗП, и там пара левых проектов. Которые такие разовые, но надо сдать созвоны. Интересно, насколько сложно будет в... Там, подождите, там с десятки начинается или с двадцатки ладера? Топ-10. Еще разок давайте посмотрим на ачивочки. Савелий создал тему на форуме. Это будет такой глобально последний раздел. А потом у нас шлифовочка. Шлифовочка, стабильность. Вот, если хотите подробности, заходите на форум ГГшный, там все есть. Кстати, до ладера есть предложение на две короткие игры в стиле Limbo и Inside. King's Bounty еще есть. Привет, Бак. Сокол там все, акции водорода свои. Лоббирует. Ну последний. Можно слить, я не вижу. Ачивки называется тема. Ачивки. Во, зашли наконец. Надеюсь, готовы. Поехали.
Тик-тик-тик. А, мы на мини-игре Гнароке же играем. Я почему-то думал, что Македония будет. Ютуба, говорят, нет. Да ладно. Сделал стоп-старт. Блин, у тебя топ-10 европейского ладдера, это как бы вообще не просто, мягко говоря. Понятно, что это не турики, понятно, что ладдер это ладдер, там можно рейтинг набивать не на топах, а на людях таких же средненьких. Но и 100 лет уже в ладдер так высоко не играл. Сейчас будет какая-то пауза. Принесут Басту. Баста меня очень любит. Это кошка, которая максимально уже социализировалась. Ну почти. Ну почти. Мы стесняемся немножко. Давай, показывай, Катан. Посмотрите, папа. Сейчас, подождите, я крупнее сделаю. Папочка. Ай. Давайте. Все. Опять за работу. Бастик, посмотри в камеру. Все, уже увидели. Отлично. О. Все. А то мне тут не строится ни черта. Да. Блин. Слушаюсь, это... Я готов. Угу. Да, ваш свет. Так, хорошо. Я пошел. Лаполи, очень хорошая кошка. Очень хорошая. Тоже умная. Я готов. Чего? Общительные. Да? Приходит, будет. Играется. Я готов, ваш свет. Ай, соколик. Да? Да, ваш свет. Как вы видите, здесь есть проблемы с лесом. Я бы даже заказал мил пораньше. Да? Да. Я готов. Чего? Что очень далеко, да? Бегать. Чего? Дело сделано. Респ очень плохой. Мне выходить с него полчаса. Я готов. Дело сделано. Дело сделано. Да, ваша светлость. Дело сделано. Крепить нечего, по сути, из окружения. Ну, я очень хорошо играю за Альянс. Так, ну, мне, может, повезет с соседом. Надо посмотреть, кто сосед. Жду приказа. Приказывайте. Да? Хорошо. Готов. Да, ваше высочество. Какая раса, кто играет? Сакура. Два футмена. Сакуры. Да-да, конечно. Жду указаний. Приказывайте. Недостаточно золота. Ладно, поехали. Недостаточно золота. Недостаточно золота. Герой может меня выручить. Есть, господин. Будущее. Да, ваше высочество. Не так плохо. Сделано. Мои глаза открыты. Нужно больше ферм. Нужен мой совет. Наши войска атакованы. Недостаточно золота. Так, делаю последнего фута. Я помню будущее. От судьбы, ну, конечно. Не уйдешь. Да почему? Так и будет. Эмис кликнул. Мои глаза открыты. Я это предвидел. Ну и уже. Недостаточно золота. От судьбы. Ёпарисы ты. Я это. Вот Lightning Shield вообще не в тему был. Нужен. Какой здесь топ-10 ладдер, ты чё? С такой игрой. Опять за работу. Я помню будущее. Не буду делать. Нужен мой совет.
А, это вообще тролль прибежал. Я помню будущее. Класс. Приказывайте. Это прибежал тролль, а я думал, что... Мой совет. А где? Поберегись. Я это предвидел. А, он не выбегает. Вот кто мне нужен. Мои глаза открыты. Бой. Да, я понял. Забыл сделать апгрейд. Нужен мой совет. Сейчас убьют фута, скорее всего, на... Нет, живем. Я это предвидел. Пытаемся. Я помню будущее. Поберегись. Мои глаза открыты. От судьбы не уйдешь. Давай сразу на темп. Жду указаний. Я помню будущее. Нужен мой совет. Я это предвидел. Ой. Да, жалко. Пытаюсь уйти. Мои глаза открыты. И варианты. Я помню будущее. Варианты восстановить ману. Нужен мой совет. Да. Так, а мы можем... Недостаточно маны. Вот здесь еще закрепить. Точка вроде как типа нужен оранжевая, но... Совет. Черт. Поберегись. Давай-ка вот этого тролля попробуем забрать. На здоровых сложно будет взять. А тролля можно. Подрегеним ману, подрегеним здоровье. Получим третий уровень и пойдем, видимо, соседа этого пытаться ушатывать. Ну или он нас ушатает. Вариантов не так много. Нужно его подхарасить будет. Тратить ману не хочется вообще. Особенно до третьего уровня. Сделано. Да? Хорошо. Мои глаза открыты. Сакура с бестмастером. Мои глаза открыты. Дело сделано. Ну давайте, заказываем Т2 по проверенной схеме. Улучшение завершено. Опять заработал. Дальше делаем тоже по привычной схеме. Мой совет. Судьбы не уйдет. Мне не хватит на третий уровень XP. Мои глаза открыты. Почему-то я думаю, что хватит. Так и будет. Я это предвидел. От судьбы не уйдешь. Попробуем подхарасить его. Нужен мой совет. Дело сделано. Или попробовать третий уровень все-таки получить. Ой. Футменов у него в вагон. Это хорошо, это значит, что он, скорее всего, не очень. Открытый. Он много денег потратил на это. Я помню будущее. От судьбы не уйдешь. Эй, он еще не контролит, хорошо. Это очень мне на руку. Лич неплохо, но два интовика. Это... Ну, это слабая пока что связка. Опять заработал. Мои глаза. Да, с соседом повезло точно. Я помню будущее. Проси, что хочешь. Судьбы не уйдешь. Нужен мой. Сделается магическая вышка. К твоим услугам. Он ее даже не отменяет. Открытый. А, он здесь. Судьбы не. Давай. Новым. Очень хороший клиент у меня рядышком. Я поклялся служить мерзу. Слава эльфам крови. Я готов. Я бы даже, наверное, на него, сейчас не дожидаясь Т3, побежал бы. К твоим услугам. Нужен мой совет. Что? Но он не готов. Я помню будущее.
Будущее. Человек. Он не готов. Нужен мой совет. Улучшение завершено. Делаем героя. Куплю став. Недостаточно золота. Полечу сразу к нему. Ну, он вышку должен строить по логике дальше. Снова. Угу. Быстрее ветра. Нужен мой совет. Почему ты не атакуешь? Я говорю ему атаковать, он не атакует. У него ты один все еще, прикиньте. Надо сделать так, чтобы... Можно грифона, кстати, заказать. А можно Лича не отдавать вот на ровном месте? Капец. И у него был став еще. А, я дурачок. Не пытайся меня обмануть. Мои глаза в небе мне не правда. Поберегись. Я не могу протаковать вышку, блин. Она как будто не выделена. Получай. Нужен мой совет. Я не понимаю. В небе мне не так. Как же он себя быстрее ветра подставляет. В небе мне не так. Мои глаза быстрее ветра. Ваши войска атакованы. Прими бой. Я помню будущее. Не впечатляет. Мой молот, мои руки. Одна ваша слава. Вот я потерял. Я помню будущее. Да и второго тоже потеряем. Мои глаза нет открыты. Но герои слабенькие у меня. Надо брать рабочих, ставить у него там базу. Мои глаза открыты. Сейчас будет исследование завершено. Очень плохие герои. На перспективу прям отвратительные. Даже поденец меня, кажется, не спасает. Опять за работу. Рабочие нужны? Ополченцы красные. Класс. Ладно, поехали дальше. Можно попробовать за счет... Ох ты, ё-моё. Ёлка, одна ёлка мешает. Одна. Опять за работу. Здесь нельзя строить. Здесь нельзя строить. Вы не уйдешь. Мои глаза открыты. My eyes are open. Нужно больше ветра. Мой совет. Быстрее ветра. Угу. Наши войска мои атакованы. Мои глаза открыты. Нужен мой совет. Исследование опять за работу. Ну я пошел. Мои глаза. Не умею я на несколько фронтов. Приказывай. Поберегись. Я это предвидел. Лечу. Так, делаем потихонечку танки, достраиваем фермы. Мои глаза открыты. Я поклялся служить. С грифоном, по крайней мере, мы можем довольно быстро. Опачки, кто это у нас тут? Жары. Судьбы не уйдешь. За облачную даль. А! Ну да, такое же было. Ну, это можно назвать психологическим топ-1. Где там сокол? Ой, я что-то его сразу даже и не заметил. Да, вылетает игра. Было такое позавчера. Давайте последним попыткам. Создам Македонию. Go do a ladder. А давай, Соколик. Что там CNN?
is finally caving to the brutal Warcraft backlash. Instant Warcraft refunds. Конечно, instant. Hazmat Simplified. Хорошо. Так. Короче, надо смотреть. Так, так, так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Давайте попробуем зайти в Discord. Подождем Соколом. И поиграем 2 на 2. Да, к сожалению, всех выкинуло. Очень нестабильно работает варик. Пригласили Соколика. Халло! Привет. Привет. Как дела? Стабильно, да, идет все? Да. Красиво. Говорят, ну, в ладдере одни бревна. Почему ты хочешь в ладдер поиграть? Ну давай одну каточку сыграем, потом FFA играй. Хорошо. Только я за эльфов. Ты обрадуешься. Я рандом подключу. Не, Миша, это... Делай челлендж. Топ-10. Я слишком стар для этого дерьма. Ты заходил в этот... В топ-10 европейского ладдера? Да. Когда ну. Полтора года назад. Mm-hmm. За зиму, то есть 2 месяца. Mm-hmm. И какая имя? Какой у тебя был этот? Стата? Сколько наиграл? А, стата? Фош, ну, смотреть, у меня в записи где-то есть. Ну, какое место Александр Каст переподписан 13 Александр месяцев. Каст, спасибо за переподписку. Соколик, продолжай. А, занимал тогда? Топ 5 или 4 было. Или то 3, или 2, может топ 1? Не-не, я катал в тот момент всех, кроме Хапача. Угу. Ну, орки, имба просто. Не, было очень тяжело. Нет, ты справишься, я уверен, потому что у тебя подход, ты уже знаешь, как это делать. Угу. Я в тебе уверен, больше чем на 100%. Ты точно техническое образование получал? А что случилось? Нельзя быть в тебе уверенным? Больше чем на 100%. Это вряд ли. Мам. Да. Так, давай, короче, классика. Патма Хантресы, у тебя там стандарт финды, я тебе денег буду скидывать. После того, как сделаю лимит 40, буду пытаться разводить. Что-то какие-то сложные страты начал придумывать, блин, зачем? Здесь же сейчас, наверное, будет какая-нибудь ересь. Короче, я в масс фериков иду, ничего не знаю. Сразу. Норм? А там какие расы были? Там орк был? По-моему, нет. По-моему, да. Я не помню. Так, сейчас скаут сделаешь, узнаешь, почем еще, если дашь мне контроль. Ну, типа, на всякий случай. Но я не думаю, что пригодится, потому что... Да-да-да. Круто. Примешь все, и PUBG так подгорело, пипец. Пора бросать, Соколик. Я... Пока они там патчили, патчи ничего не выпустят, все, у меня горит нереально. Миш, ну как может быть так, то что топ-3, вот, ну, ты, тебя пробрили где-то в середине игры, да? Заходишь в топ-3, ну, все так китайские ники, и у всех там 15 киллсов, последние там 10 игр, из них 8 топ-1. И приходит тебе сразу, знаешь, эта пачка таких репортов, ну, подтвержденных. Нужно как так? Просто не доставляет удовольствия всем. О, кстати, люди играют, смотри. За виспом бежит, он сейчас ударит и... Диспел надо сделать. Блин, орк. Диспел, диспел, диспел. Не, не умею я так. А. Нифига себе, ты смотри, он это. Наши воины вступили. Не убивает квейлом. Я готова. Нужно действовать. А, он бежит домой. Я думал, что он байтит так грамотно. Мы готовы нанести удар. Наша священная роща осквернена. Наши воины вступили в бой. Я готова. Нужно. Блин, он сейчас подлечит ведь. Я готова. Ой, дурачок. Здание готово. Здание готово нанести удар.
Короче, можешь, орка, как покрепишься второй уровень, подхарасить, чтобы он баток не сделал? Потому что я хочу андеда фериками убить, а это не очень. Окей. Work face. Так, к слову. Мы готовы нанести удар. Нужно действовать. Ну все, ГГ. Я обречен. Я готова. Ты хелповать будешь, нет? Богиня согласна. Извини, пожалуйста. Доверься мне. А, вот сейчас нужен хелп. Блин, бегу. Покупаю Ворот в Некромансе и бегу к тебе. Просто решил без этого играть. Бегу, бегу. Беги, беги. Да нормально. Да нормально все, конечно. Я так паникую немножечко, проснулся. Ага, мне в лицо Койл кидает. Ах ты молодец. Я готова. Все, приходит Соколик. Наши воины. Нужно действовать. Гей! Подожди, а кто там умер там с Я Гранта убил. А, ну там такой звук, как будто ДК умер. Озвучка странная очень. Слышишь? Вообще. Так ДК раньше умирал. Какого черта? Нужно действовать. Уже не умирает. Я готова. Наши воины вступили в бой. Во славу богини! У тебя все уже идеально. Так я и думала. Так более-менее. Соточку леса не одолжить, молодой человек. Богиня согласна. Больше нет. Наша священная роща осквернена. Доверься мне. Почувствуй гнев луны. Здесь ну ладно. Так я и думала. Мы готовы на Гули умирает очень. Да? Клево. Звук. Нужно действовать. Мы готовы нанести удар. Так, я иду. Не буду тебя опыт стелить. Доверься мне. Я же нормальный тиммейт, а не. Вперед! Ты бы подошел, еще подлутал бы. Я уверен. Извини, Соколик. Прости, все, я не буду. Ну я помню, как ты предметы просто подрезаешь вообще. Без застенчиво абсолютно. Ну, стараюсь, как могу. А, не на F став, на E. Доверься на F мне. Это у меня в кастомах. Зря лип не вкачал Мирани, говорят. Так, ферики у нас на F. Мы готовы нанести удар. О, брейсер я тебе передам. Так я и думал. А тебя за Койл ловят, ну, сам знаешь. Да. Ну, по эльфе все такое. Здание готово. Мечку будешь ставить, не? Здесь строить нельзя. Зачем? Я готова. Дерево еще нужно, не? Нет. Доверься мне. Тебе вернуть, что ли? Или что? 40 леса тебе вернуть? Ты мне заем давал в результате? Доверься мне. Микрокредит. Нет, Сокол молодец, не теряется вообще. На микрокредитах люди зарабатывают бешеные проценты. У меня папа так подгорал, то что как он услышал, то что в Москве дают микрокредиты под проценты там 800% в год. И что? Нужно действовать. Ну, папа, как так можно? И люди берут, как они решать не умеют. Нужно действовать. Ну слушай, когда тебе деньги нужны, ты особо. Особенно на выпивку какую-нибудь. Вперед! Можно зайти? Завтра ты вернешь, занесешь. Какие проблемы? Да. Нужно действовать. Так оно и работает. Ай, ФФшечка как-то интереснее, не? Здание готово. Если не лагает и не дисконнектит, да? Я готов. Это да. Мы готовы нанести удар. Ладно. Нужно действовать. Я готов. Нужно действовать. Мы готовы нанести удар. Ты на морка подожмешь? Наши воины. Нужно действовать. Все, я пошел. Давай, иди. Доверься мне. Иду. Мы готовы нанести удар. Там тебе золото, ничего не надо? Мне ничего не надо, я все готова. Есть. У нас экономика растет, все в порядке. Нужно действовать. Ну, выдержитесь, да? Вижу андеда.
Он крепится еще сильно. Нужно действовать. Мы готовы нанести удар. Нужно действовать. Блин, ДК такой безмятежный вообще. О, ТП, ТП делай. Блин, не успел. А, ты ему говорил? А, стрелку возьму. Ну, мой выходить сейчас собирается, судя по всему. У меня это... Чувак жесткий. Да? Насколько жесткий? Все это кидает на деку. У меня финды поменяли цвет. Да. Выкопал, закопал и... Переобулись уже. Здание готово. Наши воины вступили в бой. У меня тут вроде как все нормально. У меня тоже. А игра не сразу заканчивается. То есть мы еще должны с тобой выяснить. Один вышел. А, только один? Да? Вышел, да. Твой еще думает, что победит. А, у меня Blizzard покидает матч. У тебя нет такой? Анализирует, да, есть. Он думает просто, ну, почему? Почему люди выходят? Блин, зигураты тоже цвет поменяли. Перекопал финдов, цвет поменяли зигураты. У тебя тоже синий и бирюзовая такая вот здесь, посмотри. Нет, нет, у меня зеленые все. А. Не, ну мой не сдается. У него есть гуля, но как бы он не это самое. Недостаточно золота. Да, это Тревана так говорит. Ютуб будет, да? Должен стартануть. Уже второй раз. Пытаюсь. Но мой не это самый. Не выходит. Ну-ка ты делай. Да. Маша, у них мичка. Конечно, у меня ДК первого уровня. Мичку поставил. Нифига себе, Койл убивает пионов с одного удара. Баланс. Да, вот так вот. И, скорее всего, такое будет на протяжении ближайших там... всех игр, несколько, потому что матчмейкинг да, не работает. Я попробую фуфашечку разок сыграть. Ты зайдешь? Да. Давай, пока. Я, скорее всего, зайду, да. Давай, давай. Давай. Пока. Пока. Так как же мне за это самое... Все, удалил из команды Соколом. Я боюсь, что Македонию мы с вами не отыграем. Давайте попробуем сделать карту поменьше. Человек на 16. Нет нормальных на 16. Они какие-то все странные. И ты уже на 12. Ладно, давайте мини-Рагнарок там... Хоть и народу и много, но... Тварь. Игра. Просто игра сломана. Просто сломанная игра. Мне кажется, мы долго будем набирать. Сори, давайте напоследок сделаем какую-нибудь польску просто, потому что ну, 24 человека мы не наберем так быстро. А уже начало 12-го. Теренас веселенький. Давайте Вальгалу. Карта тоже на 10 человек. Да ты как же ты... И кастомки нестабильно работают. Матчмейкинга нет.
Тупо игра не создается. Не, видимо, завтра будем просто компанию играть. Ну, не работает. Не создает игру. О. Окей. Последний шанс. СМФ. Сокол. Бравастый. Смайл. Blizzard запустил автоматический возврат среза Warcraft 3 Reforged. Понятно. И последний слот. Да, довольно шустренько. Fantasy Storm, отлично. Удачи. Поехали. Сегодня были андеды, немножко альянса, но совсем чуть-чуть. Орков не было, эльфов. Ну, только эльфов 2 на 2, но это не считается, конечно же. Ультра FX, своя игра, и наверху строчка с названием игры. Своя игра нужно сделать, тыкнуть. Чем меньше людей, тем быстрее загружается. Ведь 2 на 2 вообще очень быстро стартанули. Македония дольше всего. Польска вот где-то через в течение 10 секунд обычно загружается. Ну, по тем 4-5 играм, которые мы с вами играли. 5, 4, 3, 2, 1. Нет. Швед, нет. О, эльфы. Это хорошо. Во-первых, это шанс удалить сокола. Ну и СМФ тоже. Да. Барак сюда первый. Какая дальнейшая судьба Рефорджа, по-твоему? Думаю, пара патчей нужна ему. И фиксы, соответственно, ладдера. Турнир это заанонсили уже. Вот обиднее всего какой-нибудь ESL, который там бухали бабла в это дело. Надеюсь на качественный продукт. И все. Игроки-то есть, зрители-то тоже. Нехорошо так с комьюнитами. Блин, Fantasy Storm покидает матч. Так не хочется бред делать, и времени нет. И эльфы выпали. Надо здание обязательно проверить соседа. Потому что с кем рядом Fantasy Storm. Трики, привет. Друзья, всем добрый вечер. Плей. Второй барак я буду ставить рядышком. Здание здесь. Готово. То ли переносит, то ли отменяется. Угу. Недостаточно золота. Здесь строить нельзя. Да, это плохо. Наша священная. Ух ты, не ожидал, стернина. Извините. Мой меч жаждет возмездия. Блейдмастер. Да. О, прикольно. Слушаю и повинуюсь. Прикольно, ты, Миша, строишься. Есть. Приказ поняла. Твой вот если бы старый внешний вид колодцев был, строительство, я, скорее всего, не нафейлил бы. Приказ поняла. Это мне был уверен. Можно пройти или нельзя пройти.
твоего клинка. Блэкмастер шикарен. Ура! А. Прекрасно. Я уже думал, что барак добил. Я ему говорил не добивать. Он типа добил. Не, не барак добил. Хороший покажи мне путь. Так, пока что... Нужно больше лунных да. колодцев. Твой ход. Ура! Наши воины... Нужно пока больше. Что отстроим... Отстроим так, отстроим так. Да закажем несколько арчей. Берем криты. Придется, скорее всего, сделать сначала апгрейд на Т2. Сколько я без пов? Нормально без пов. Жду приказа. Я готов. Укажи мне путь. Слушаю. Если прикапываемся. Да. Жду приказа. Подходим. Хороший выбор. Пьем. Твой ход. Да. Заказываем арчу еще одну. Укажи мне путь, и я готова. И ставим нычку. Хороший выбор. Странно, что они сорвались. Да. Тут такой, такая дистанция. Слушаю. Отличная. И повинуюсь. Приказ поняла. Хороший выбор. Твой ход. Слишком просто. Слушаю и повинуюсь. Вроде нормально. Недостаточно золота. Барак желательно не отдавать. Нет, это не нужно, это здесь не выкапывается. А идти сюда. Ну, Блайт не очень хороший танк. Хороший слушаю. Здесь нельзя пустить корни. Твой ход. Нельзя, говорит, пустить корни. Укажи мне путь. Так, берем шредером. Слушаю и повинуюсь. Ага, на какой лимит? Ой, такие спайки, видите? Да. Перемещаю. Твой ход. Жду приказа. Так и живем. Слушаю. Приказ и повинуюсь. Нычка делается. Весь поберем. Есть. Здесь выманиваем. Слушаю. Укажи и повинуюсь. Хороший приказ выбор. Поняла. Хорошо. Жду приказа. Укажи мне путь. Жду приказа. Наши укажи воины вступили в бой. Укажи мне путь. Слушаю. Укажи и повинуюсь. О, это плохо. Приказ поняла. Твой ход. Здание слишком просто. Блин, арчи цвет меняют. Укажи мне путь. Блин, жалко. Наши воины вступили в ход. Есть. Просто какая, приказ где поняла. То жук, это то арча. Не понимаю, что происходит. Есть. Твой ход. Да. Ни слова больше. Слушаю. И повинуюсь. Здание готово. Отведай моего клинка. Твой ход. Хорошо. Да. Жду приказа. Мне придется твой заказать ход. Веспов. Мне придется выпить из лунных колодцев. Идти сюда, покажи идти сюда. Путь. Не вовремя подошел, конечно, СМФ. Что ж поделать? Хантерс Холл нужен. Жду приказа. Спрятаться слишком здесь надо. Просто. Хороший выбор. Укажи мне путь. Да, сразу начнем. Вижу цель. Твой ход. Укажи мне путь. Ура! Приказ поняла. Жду приказа. Нагу берем. Имя Асшар. Ура! Возьми. Я! Да. Слушаю и повинуюсь. Здание готово. Это был... Да. Слушаю и повинуюсь. Не успеваем. Хороший выбор. Хорошо. Приказ поняла. Хорошо иметь домик в деревне. Укажи мне путь. Есть.
Слушаю и повинуюсь. Побегаем, посмотрим. У меня, правда... Готово. А, это сокол уже. Неплохо. С Хоэн там. Есть. А, древо мудрости, да? Угу. Слушаю и повинуюсь. Да. Мне кажется, надо пытаться убивать этого. Ответы моего клинка. Есть. Ура! Хороший выбор. Мой яд да. смертелен. А! Хорошо. Есть. Улучшение завершено. За императрицу. Здание готово. Да. Великолепно. Да. Я следую твоему приказу. Хороший выбор. Пытаться надо. Наши воины вступили в бой. Такую чушь делаю, конечно. Достаточно места. Есть. Да. Здание готово. Есть. Хорошо. Здание готово. Ну, вот это хорошо. И повинуюсь. Отведай моего клинка. Есть. Хорошо. Слушаю и повинуюсь. Я следую твоему приказу. Есть. Исследование завершено. Хороший выбор. Жду приказа. Полный хаос. Ура! Ну, я собираю очень много предметов и экспы, что самое главное. Слушаю и повинуюсь. Да. Прям... О, Димка! Да я там же поставил Мануэл! Твой ход. Жесть. Такой ты дурачок. Да. Время пришло. Жду приказа. Твой. Ладно, хорошо. Давай-ка сделаем апгрейды какие-нибудь. 70 лимита. Нет, хватит. Как-то передать Блейду тоже. Слушаю и повинуюсь. Ура! Я не сплю. Я не... Забрать еще двух харчей на гиппосов. Хороший выбор. Жду приказа. Слушай, еще одну арчу сделать. Желательно еще есть. Сделать. Есть. Да. Так, а магазин же у нас есть, нет? Нужно больше лунных колодцев. Да, слышал. Есть. Здание магазина готово. Нет. Здание готово. И леса нет. Шедро можно типа взять, но не могу взять, на самом деле. И медведя я не могу готов. Сделать. Ну, в смысле, чтобы он мастером был. Укажи мне путь. Жду приказа. Черт, как же все криво делаешь. Так, что мне нужно? Нужно взять шедер раз. Нужно доделать апгрейды. Тут даже не закреплено. Вот этого товарища надо брать. Ура! Димке покупаем ботинки свиток инву. Делаем медведя. Халдхаунд, к сожалению. Давай еще один свиток лечения, пожалуйста. Я следую твоему приказу. Спасибо. Все, пробуем сейчас убить. Я не сделал разведку здесь. Вдруг у меня был вообще вышедший Фэнтези Сторм. Нет, не по хате, может, и похоже. Да, похоже. Это нет, это мяук, просто он не очень. Ладно. Ответай моего клинка. Не очень готов. Исследование завершено. Я слушаю и повинуюсь. Хорошо. Ура!
славу приму. Отведай моего клинка. Да, нормально все. Я даже грейд на меткость сделаю. Димка, второй уровень. Ура! И надо сразу заказывать респов. Мне очень повезло с соседом. Да и с героями тоже, в общем-то. А мы не хотим забрать этот центр, между прочим, да? Давай сначала мейна мы убьем. Наше время исследование совершено. И во мне зверя. Да, центр сейчас важнее. Есть. И химерки важнее тоже. Исследование. Наги нужно взять ботиночки. Есть. Я не сплю. Я не сплю. Выбирай. Хороший выбор. Здание готово. Чем могу помочь? Блэйду тоже ботинки есть. Нужны, блин. Да. Так. Как мне нанести? Могли закрепить уже, но наша всякое бывает. Угу, я понял тебя. Он еще не готов. Хороший выбор. Во имя Асшары. Давайте попробуем. Да. Наши воины вступили в бой. Да. Дима вообще ничего не может. Он так... так терпит. Да, это подходит. А, это мой гиппогриф подходит. Давай, кхимер все-таки. Ну, почему ретаргет-то не сработал? А, потому что вы не в третьей группе, извините. Королевскую беру. Книгу беру. Влэйд 6, амулет лесом. Пару медведей нужно. Трушу Тауру бы тоже взять. Как все криво. Поехали домой, надо восстановиться. Здесь можно заранее сделать базу. Димка, а это кто такой? Лаки. Так, зайдем сюда. Слушай, это нагло очень. И повинуюсь. А ну, дура. Надо его за это немножечко прессануть. Что по апгрейдам? По апгрейдам все плохо. Мишка делается исключительно для того, чтобы... восстановиться побыстрее сейчас. Блейдом обязательно. Ага. Бегать в центр. Еще химерку, пожалуйста. Еще бластинг, пожалуйста. Смотри, пока ничего. Так, это сокол. Есть. Я не сплю. Я не сплю. У него Блейд СХ, но он играет за андедов. Нужно больше. Это уже хорошо. Хороший выбор. Окей. Да. Наши есть. Воины вступили. Надо в отказываться уже от гиппогрифа арчеров и делать нормальный, да, лимит. Нормальный лимит гиппогрифов. И желательно
Так, хорошо, получается мы... Хороший выбор. Здание готово. Слушаю и повинуюсь. Анудор, Анудор. Получается, мы добиваем этого андеда, сразу ставим здесь парочку баз. Убираем арчей с гиппогрифов. Убиваем арчей. Доделываем грейды 3-3. Выкапываем дерево, идем, ставим экспанд. Прокачиваем при этом в первую очередь Димку. Хороший выбор. Есть. Ну, Димку и Нагу. Так, что еще нужно? Нужны Мунвелл, нужна центральная база, нужна ванпост. Нужна разведка на Сокола. Дима четвертый. Анудор, Анудор. Не хватает места. Блин, как-то вообще ничего не помещается. Да. Начинаем собирать здесь. Грейд на талонов. Чуть позже талонов добавим. Где еще виспы у нас лишние? Ставь базу чисто на разведку. Здесь та же самая тема. Ставишь базу чисто на разведку. Нельзя. Продавай этот артефакт. Побежали сюда. Надо проверить, кто у нас дальше, какой сосед. Не сокол ли случаем? Я следую твоему приказу. Сокол. Сокол не хочу. Короны королей берем. Ага, понял. Во-первых, это сложно будет. Во-вторых, некрасиво как-то это сам, со своей стороны. Но эту базу, да, надо убивать. Недостаточно золота. Здание готово. Такое впечатление, что... Исследование завершено. Недостаточно золота. Недостаточно золота. Да, вот он подлетает, тут неподалеку находится. Недостаточно золота. А, он будет сражаться за эту базу, да? Да. Да. Есть. Блин, ну, гаргами все-таки убил мне ночь. Да. Ладно, тогда на сокола. Поехали. Выходим из лимита. Здание достаточно золота. Наши воины вступили в бой. Хороший выбор. Да. Серьезно, будешь атаковать? Будет атаковать. Ну, Сокол же контролит, да, в отличие от меня. Поэтому он может атаковать. Исследование завершено. Недостаточно золота. Угу. Пойду полечусь. Химерами главным образом и этими. А тут необходимо купить. Наконец-то. Чем могу помочь? Возможно, даже, кстати. И повинуюсь. На сколько денег хватит свитков? Исследование завершено. Наша священная роща осквернена. Всем... Понял. Ой, ресурсов нет. Ладно, центральную отдаем. Здесь подкапливаемся немножечко. А где пятая химера? Как же ты кривой, Миш. Покупаю свиток еще один. Вполне возможно, соколик видит меня здесь. Дестройеры. Хороший выбор. Да
доконтроливать немножечко. Но мы провоцируем его вернуться на базу. Это хорошая тема. Нага падает. Может, хорошо, что Нага погибла. Зачем она мне нужна? Наши воины вступили в бой. Ну, вот он. Хороший выбор. Да. Да. А, он телепортируется. Понял. Склевываем его. Все поливает. Так, надо сражать кого-нибудь. Медведя. И парочка химер. Сейчас вообще можно всех химер убивать. Делать нормальную экономику, наконец-то. Да высасывать золото у соколика. Чем можно было сначала химера мы убить, а потом уже... Так, Блэйдом обязательно бегом в центр с, закупаемся. Еще не все грейды были, но... К сожалению. Жалко, Димка тут опыт уже не получит. Он пятый. Ну, герои у меня классные, очень. Повезло с героями в очередной раз. Я готова. Я готова. За императрицу. Все, ставим здесь базу. Анудор, Анудор. Ждем по центру. Есть один слот свободный. Тут ставлю сразу базу. Тут проверю просто, чтобы... Левый человек базу не поставил. Наш рудник почти истощен. Кто остался? СМФ, Смайл. Ну, нормальный есть еще, опасный. Так, здесь 4 виспа. Наша священная роща осквернена. Ага, я понял тебя. Кольцо предлагают мне. Приобрести. Ну, Блэйд так уже неплохо заряжен. Третья криты, корона. По крайней мере, одна есть. Связка с Нагой работает кое-как. Талонца бы сделать одного. Центр проверять. 3-3 грейда есть. Да. Это кольцо реально. Может Наги взять. Я так часто приказ. Вкусить будут. Но кольцо ей сильно не поможет. Наш рудник почти истощен. Но это будет лучше, чем ничего. Готово. Так, протектор пусть контролит. Это полетел. Производство скоро добавим, но пока не будем виспов делать, потому что скоро у меня достроится. Освободятся виспы. Сможем спокойно. Так, надо бы проверить, кто по центру. Есть. И возможно просто идти убивать ради экспы. Здание готово. Ага, здесь есть у нас Смайл с 6-м алхимиком, между прочим.
Не хухры-мухры. Большой инвол беру наги. Побежали дальше. Исследование завершено. Да, я бы достроил протектором. Да. А здесь у нас вышедший, причем рудник вакантный. Это очень круто, потому что... Ну, видимо, сокол с ним воевал. Здание готово. Здание готово. Здание готово. Исследование завершено. Я прилетел. Наш рудник. Вот, и на этих виспов мы добавляем с вами... Нет. Блин, БВ, 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 БЛ, БЛ. Убиваем здесь нычку, если она будет. Здание Блейдом готов. Постоянно бегаем. Постоянно. В центр. Говорю, БВ, БВ. БВ, говорю. Здание готово. Ничего ценного пока не продается. Так, а здесь вышедший хуман. Тоже огромное количество ресурсов. Рассказывай. Здание готово. Здание. Так, а тут смайл с баншами. Идет ставить базу. Это интереснее. Смайл, по сути, сейчас самый, самый сильный. По-хорошему, мне нужно сейчас взять темп и пойти убивать людей против часовой стрелки. То есть не смайла идти убивать, а именно наш рудник ради экспы. Здание готово. Слушаю и здание повинуюсь. Готово. Здание, здание готово. Здание готово. Да. Хорошо. Производство у нас с вами да. Есть. Смотрим, кто рядышком. Рядышком СМФ. Не самый приятный человек. Ну, потому что... Хороший выбор. Потому что танки, будь они неладны. Никто не уйдет живым. Тут потихонечку убиваем. Он кого-то явно прессует. Это повод прессануть его сейчас. Отличный причем повод прессануть его. А, он лаки пытается. Понял. А где армия СМФ-то? Наши воины вступили в бой. Он же может сюда при... Да, он подходит уже сюда. А, понял. Обоюдные у них. А у Лаки, возможно, кстати, это последнее... Да, у него нет зданий. А я не хочу ему убивать здание. Потому что тогда я не сожру его... Не получу экспу за него. Такой вот я, да, меркантильный бобер. Исследование завершено. Есть. Хороший выбор. Сейчас посмотрим. Хороший выбор. Наши воины вступили. Да ладно, СМФ живой. СМФ пишет ГГ. Есть. Да. Так, а куда улетел Undead? Он улетел. Ага. Ну, надо биться. Не хочет биться. Да. Кажется, не хочет. А если он здесь? Есть. Тогда понятно, это было далеко не последнее его здание. Здание готово. Хорошо.
Я пока работаю на экономику. Хотя можно, на самом деле, можно спокойно выходить из лимита. Давай просто, просто в это самое. Пора выигрывать. Здание готово. Еще бы заказать пару химерниц, чтобы выход из лимита химерами был такой пободрее. Ты заказал две химеры, мне особо не нужен сейчас антиэйр. Хороший выбор. Наши воины вступили в бой. Да. Так, в центре закупиться. Хороший выбор. Так, стоп. Есть. А тут что? Тут акалиты. Шида есть? Есть. Хороший выбор. Блин. Ладно. Гиппосы мне, пожалуй, нужны. Да. Вот смотрите, у меня перспективка с двумя вообще сражаться. С Лаки и с МФом. Мне не радует эта перспектива, потому что если я сейчас пойду на Смайла, Лаки вот эти вот две базы соберет. Поэтому мне бы желательно сейчас забрать здание Лаки. Готово. Есть. Да. Вот химеры долетят. И пойдем его штурмовать. Есть. Блин. Бинды минус. Да. Медведя забыл здание тоже. Слушаем. Короче, у Смайла там соточка. Здание готово. Инфосоточка. И герой у меня против воздуха не очень полезный. И свитков нет, кроме всего прочего. Хороший выбор, Доранека. Поэтому надо быть готовым и там сражаться. Чем могу помочь? Привет! Да. Мы полетели. Черт, добывая со штрафом, хороший, ну ладно, выбор. Зато лимит есть. Смайл, скорее всего, поставил вторую центральную. Да. Моя задача быстро, именно быстро, вынести Лаки. Да. Четырьмя химерами, конечно, это не очень быстро сделать. Поднимаю дестра. И повинуюсь. Хороший выбор. А что, это серьезно? Будь я проклят. Ладно. Ульту. Да пошли. Убиваем. Химеры выжили, это самое главное. Уровень получили. Гг. Один остался. Дальше делаем чисто воздух. Моя задача отстроить, восстановить ману, восстановить хп. Сейчас ни в коем случае с ним не сражаться, просто телепортируюсь. Домой иду. Восстанавливаю маны, покупаю свитки. И делаю много гиппосов. Мне нужно так. А, у меня медведи, что-то перебор. Он вырубает мне центральную, учитывая то, что меня сбили здесь бинды. Опять. Наша священная роща осквернена. Так не хочется, да, идти на него. Хороший выбор. Это единственный момент, когда я могу залить. Лучше спокойно отдать. Даже убить двух медведей. Сбегать, купить свитки. Анудор, Анудор. Хороший выбор.
Наши воины вступили в бой. Даже можно и Веспов отдать. Как мне бесит, что цвета меняются. Так, два свитка лечения есть. Гипосов достраиваем. Да все равно все в порядке с деньгами. Там 4 базы работает. Да и надо, чтобы ульта откатилась с Димкина, например. Наша священная роща осквернена. А у нее только 5. Но у нее свитка в вагон. Видно, что он нормально готов к сражению. То есть у него была соточка. Прям соточка. Я попробую купить ауру какую-нибудь. Хороший выбор. Да. Меня до сих пор нет. Слушаю и повинуюсь. А их, собственно, и нет. Плохо. Плохо. Скролл протекшн нужно делать. Покупать. Хеллхаунда надо продать, я все равно его не расконтролю в битве. Да, опять начинается. А, и Блейд у меня стоит просто полбитвы. Я должен Диму типа спасать, но я не могу Диму спасти. Ну, я не знаю, я гипсом, мне кажется, вообще не сражался. То есть они были черт знает где, но не там, где нужно. Мне показалось. Диму в таверне воскрешаем. Медведя делаем одного. Настал час возмездия. Отвратительно просто. И Блейд стоял полбитвы в этом. Курил просто. Наша священная роща осквернена. Короче, Димку посылаю сюда. Ну и да, и там еще алхимики всякие. Классные. Надо подготовиться получше, в следующий раз будет. Выбирай, наши воины вступили в бой. Слушаю и повинуюсь. Вампиризм наконец-то нашел. С лимитом есть проблема небольшая. Наши воины вступили в бой. Блин, опять я без этого, без рыка. Сейчас проблема в том, что денег-то у меня нет. Рассказывай. Капец, эталонов перестроил. Ну вот. Сейчас пул по ресурсам, который у него есть, он может очень помочь ему. Наш рудник истощен.
Да. Наш рудник истощен. А все потому, что надо было сидеть на лимите в определенный момент и не выходить. Ну или не отдаваться на смайли просто. Шахты есть, то есть в загашнике есть ресурсы типа есть. Но... Будь я проклят. Просвети меня. Но антиэра нормального нет. Из хорошего есть только герои. А, и он еще успел за второй раз развиваться. То есть надо сейчас переходить вообще в дриады каких-нибудь. Спящий пробудился. Где? Серьезно, где? Здание готово. Как ты? Не буди во мне злее. Да, тут, конечно, беда. Беру трех веспов сюда, будем добывать. Но вопрос, что у него по ресурсам? Насколько их много? Мне кажется, у него больше, чем у меня ресов. Угу. Доранека. Серьезно? А, вот. Блин, что? Как он проскочил-то? Понял тебя. Просто ниндзя. Ниндзя. Ту-ту-ту-ту-ту. Ладно, доделается база. И надо будет сделать пока что много-много дриад. Наладить добычу ресурсов. Это самый сейчас опасный момент. Можно было сбегать на экспанды. Слева у него точно нычка есть. Скорее всего, по центру у него нычка есть. Будь я проклят. Это рискованно, потому что... Да, есть база. И здесь, скорее всего, есть. Закончилось уже, да? Заказываю дриадок. Диспон. Проблема в том, что приедут танки и дадут мне люлей. И противопоставить этому мне пока что... Недостаточно золота. Нечего. Здание готово. Окей. С хороших тем у меня сильные герои. Как я люблю природу. Что случилось в наших лесах? Хорошие герои. И мне бы их еще затаривать. После того, как до лимита 80 дойдем. Ага, танки, вермы. Исследование завершено. Там короны королей есть, видел. О чем шумят деревья? Что и надо еще взять пару свитков. 100%. Я оставляю слишком много следов. Что как-никак мне с вермами надо будет какое-то здание время готово. Посражаться. Наконец-то. Чем могу помочь? Блин. Ой, нет. Да, минус Блэй. А, этот мне уже не справится. Ну, я... Зачем Блэйда отдал, не понимаю. Какая-то... Не хочу. У меня даже желания доигрывать не было. И надо было сидеть на лимите 80, не выходить, ресурсы добывать. И база снизу стоит. Но я уже все, не хочу играть. Смайл молодец. Тем не менее, Сокола убили, и уже программа выполнена нормально. Спасибо за то, что смотрели. Спасибо за то, что болели. Увидимся с вами завтра вечерком. Ориентировочно в 8:30 начнем кампанию. Продолжим кампанию TFT Warcraft. Пока.